Смотрите, что творит, что творит, что творит. Ничего себе, какой гость. Как наебает. Хоть бы леску не порвать. Смотрите. Вот это нормально. Так, вот такую можно и ловить. Да. Ничего себе. Есть, 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 есть. Друзья, какой красавчик. Вот эти самые большие. Всем привет, всем здорово, с вами Руслан и канал Крутая Рыбалка. Друзья, всем здорово. Короче, шо, очередная рыбалочка в эфире. Значит, какие планы на сегодняшнюю рыбалочку? Значит, нам пришло, было тепло, короче, все потаяло, блин, прям вообще, даже все каналы мелкие. Днепр, понятно, что так и не замерз у нас, в том же городе Днепр, тут поняли. А так, каналы были, прихватили, я рыбачил. Предыдущие ролики были неплохие на Фрунзенском канале, кто, кстати, живет в городе Днепр, тут в курсе идет. Уже сутки у нас морозец такой, ночью до минус 10. И вот я приехал опять сюда. Короче, ледок вроде неплохой, люди есть. Короче, так что сейчас собираем шмотки и, так сказать, в бой. И надеюсь, что с этого что-то получится. Ну, тут, как обычно, карасик такой. Кстати, в том году он был покрупнее, чем в этом. Карасик, и, может быть, и плотва бывает заходит. Ну, короче, так сказать, будем посмотреть. Так что сейчас быстренько собираемся. Сейчас не раннее утро, где-то в районе 10 утра. Короче, целый день впереди, так сказать, будем что-то думать. Так что вам приятного просмотра, точите крючки и погнали. Так, идет бомба. О, кто-то сидел вот. Уже на старой лунке сядем, попробуем. Не сверлить. Так, ребятки. Сегодня солнце, конечно. Глаза светят. Короче, быстренько расслабляемся. Начнем отсюда, а там сказать, будем смотреть, если что, будем ходить искать. Кормиться на карася не буду, потому что на карася не кормлюсь. Ну, короче, все, так сказать, по обстановочке. Так, идем дальше. Значит, ловить буду я на каточек. Я всегда ловлю на каточке плотву, карася. Ну, короче, каточек работает просто на ура. Так, где тут мотылики наши? Взял свежего мотылика. Пучочки такие, штучек по 5 цепляем. Раз. Так сказать, чтобы привлечь нашего карасика. А может быть и хорошую еще и плотву. Будет видно. Сегодня по обстановке. Ну так, у людей что-то проклевывает. Пока, так сказать, не сильно, я смотрю. Постоял, посмотрел. Ну, день покажет. Опа. Сейчас штучек 5 поставлю, удочек. Так, ну что, погнали. Оп. Первая есть на сегодня. Тун-тун. О, метра 2 глубина. Даже чуть больше, я думаю. Где-то так. Сегодня солнце прям вообще. Весенняя погода. Чёрненько вот так стала наша удочка. Короче, сейчас. Опа, опа, что там? Вижу, как это пошло. Короче, сейчас расставлюсь. И что, у вас остается только ждать клево, друзья. Посмотрим, что сегодня рыбалочка нам покажет. Опа, опа, друзья, первая поклевочка. Ну. Ну, похоже, что на микро плотву. А ну. Не, вроде никого нет. Или есть? О, боже. Вот, кстати, если такая, ну, нападает, это, конечно, очень плохо. Если еще подкормить, так вообще ее будет тонна. Опять же, все, открылись. Первая рыбка на сегодня. Но это не наш клиент. Так. Ждем карасика. Или нормального размера плотву. Что никуда-то не годится. Опа. Я думаю, что там дып-дып-дып-дып. Даже клюнуть нормально не может. Где пока стоят? Минут 10 прошло. Ну, посидим. Если что, будем ходить искать, пробовать. Ну. Вот и там. Блин, наверное, опять. Эта фигня пришла. Ага, точно. Друзья, блин. Похоже на плотву. О, так это уже, ё-моё, ничего себе. Гляньте, это уже уровень. Вот тоже. О, это уже почти ладоха. Ну, гляньте, какая.
Значит, сегодня плотву будем ловить, хотя планировали. Там, в принципе, и планировали. Плотву, карася, ну... Это ж такое, ну такое, так сказать. Интересно, ну мелковасто. Ну это уже другой разговор. Тут первое вообще было. Фигня какая-то. Так, немножко сейчас. Я уже думал идти искать. А не, посидим. Может и плотва подойдет, так сказать, неплохая. Опа. Ну что, погнали. Чикс. Оп. Я вроде не запуталась. И, кстати, с той же самой луночки. Предыдущая. Так. Есть. О, четко. Ой. Так, я вам скажу, конечно, что пока тяжко. Это часик прошел. Это две поклевочки. Одна, видели. Мелкая вообще, вторая поинтереснее. Ладно, рыбачим дальше. Плотва попала. Пальчиковая, блин. Опа. Смотрите. Еще одна. Блин, была бы ты покрупнее, это вообще. Ну ё-моё, что-то за... Кстати, с одной лунки все клюет. Одна луночка работает и все. Не, ну, с такой плотвой тут пускай лучше одна работает, чем бы все удочки бегать тут. Так, сейчас посидим, если будет дело продолжаться. Она будет дергать. Что-то мне кажется, что здесь хорошей плотвы нету. Ну, а там посмотрим. Ну, в принципе, процесс идет уже неплохо. Опа, есть. Так, давай нам карася нормального. Или плотву нормальную. Так. Опа. Блин. Не успел расставить, уже поклевочка. Что тут у нас? О, наконец-то, ё-моё, карасевич, друзья. Не зря я перешел. Смотрите, а? Огонь. Огонь. А тут там эта плотва, блин. Ну, размеры не наши. Это такой на живца. Даже крупноват, конечно. Ну, огонь. Это не может не радовать, наконец-то. Короче, стоял-то я там, он, возле берега, короче. Там эта плотва пальчиковая просто не дает жизни. Ну, короче, вы видели. Я все поклевки же не снимал, конечно. Ну, короче, решил перебраться сюда. И здесь бывает частенько возле камышика ловлю. Ну, короче, видите, я еще не расставил все удочки. И уже такой карасевич. Небольшой, но самое главное, процесс приятно, что, так сказать, дело сработало. Еще посмотрим, что это местечко нам покажет. А, ничего себе. Ну, это зачетное. Зачетное. Ага, друзья, гляньте какая. Ух, вот это нормально. Так, ну, такую можно и ловить. Да. Ничего себе. Тимофей Федорович поймал. Да, Тимофей Федорович он поймал. И я карасевича завалил. Да. Почему я и поймал? Не, ну это хорошенькая. Такую можно и ловить. А то это микрорыба, конечно, я тут свалил. Ну, я и ставлю везде. Ну, так и яш. Ну, надо, надо искать. Придется ее сделать операцию. Тогда большая заглотила. Видите, друзья, плотина такая классная. Такая редкая, конечно. Клюет? Ну, клюет. Ну, а я пока здесь. Сейчас посижу. Будем ждать, так сказать, свою рыбку. Смотрите, что творит, что творит, что творит. Походу, это он. Ух ты, блин, ветер дует прям, мне неудобно. Леска, леска, леска. Леска, лесочка моя, ну. Или плотва. О, нифига себе. Подлещик, нифига себе. Смотрите, друзья. Тут на камеру за светом, гляньте, а. Ничего себе, какой гость. Никто не ожидал такого. Ого. Ну, размеры, наверное, маловаты. Ну, все же, гляньте, какой красавец. Ха-ха. Видите? Главное искать.
Кто ищет, то всегда найдет. Плыви. Посидеть там на месте. Это ж такое дело. Так, сейчас поправим. Мотылька съезжу. Короче, стал ставить такие большие пучки. Думаю, может, это сработает для нашего дела. Чтобы сказать, вообще привлекать внимание. Ох. Все по красоте. Тун. Гляньте, пошло, пошло. О. Видите, хоть редко, но зато ж экземпляры поинтереснее. А то там сидишь, вообще такая грусть, тоска с этой плотвой. Покоя не дает. А тут уже, видите, так, немножко опа, и уже рыбка поинтереснее. Так что такие, друзья, дела. Надо всегда двигаться, искать, особенно по карасю. Есть, 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 есть. Есть. О. А ну, ну. Так сопротивляется. О, пойдет. Карасевич. Гляньте какой. Ну, поинтереснее уже, ёпт. А то так как-то грустно было. Пойдет. Видите, надо двигаться. Если двигаешься, потихоньку рыбку можно найти будет. Хоп. Лучше вот так, редко, но метко. Поклевочки. И такой вот карасевич. В нашем зачете, гляньте, опа. Тык, красавчик. И что, друзья, вот такие дела, потихоньку, видите. А рыбка клюет. Лучше пускай так. Редко, но метко, что там карасик. Такой, видишь, подлещик, так сказать, неплохой. Ну, короче, там поинтереснее, что там мелкая плотва, это же, повторюсь, раз, тупо надоело. Только если подойдет, то дела не будет. Ну, будем тут, короче, сидеть. Посмотрим, что. Не знаю, видно вам, не видно на камеру. Сам он людей. Просто. Не знаю, человек 100, наверное. Приблизительно. То солнце светит. Так что все дубасят рыбку. Ну, по крайней мере, пытаются. Тихо, 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 тихо. Ты там, ты там, ты там, ты там, ты там, ты там. Опа, есть, друзья. Есть, есть. О, Карасевич, по-любому. Блин, ветер дует. Резко. Опа, 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 опа. Тун-тун-тун-тун-тун. Друг мой, иди-ка сюда. Давно я тебя что-то заждался уже. Смотрите. Опа. О, огонь. Просто огонь. Тук-тук-тук. Гляньте, какой красавчик. Карасик наш. Так, что тут наш пучочек? Надо подобновить, так сказать. Хоп. Тихо. Так. Ставлю, короче, все на большие пучки. И на это ставим мы, так сказать, все карты. Опа. Есть. А ну, тун. Пошло. Так, тихо. Лесочка. Лесочка тоненькая, 0,12. Ну, не самое прям там что тоненько, но это не карпа половить на 0,5. Так что, друзья, вот так карасика мы сегодня с вами ловим. Опа, есть. О, о, о. Что-то так поинтересней. О. Тун-тун-тун, ну шо, опа. Есть, друзья, еще один. Карасевич, 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 наш друг. О, золотил. Надо крючки с длинным цепьем повзять. Смотрите, какой. Это сегодня самый большой. Красавчик. Так, 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 так. Это не может не радовать. Так, ну что, сейчас мотыля поменяем. О, там что, на соседней что-то загнуло. Или не? Так, разберем. Сейчас мотыля поменяем. Не. Так, мотыли когда насадим. Или тут полностью поменяем. И что? И будем ждать. Видите, потихоньку. Я думаю, что наша схема работает.
пускай не так быстро, но видите, карасики потихоньку в нашем зачете появляются, и это не может не радовать. Может, во второй половине дня, так сказать, дело пойдет. Оп, о, давай, карасик, ловись. Чин. Так, 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 так. О, где-то зацепилась. Эти киочки еще бомба. Эти удочки мне тоже советские нравятся. Просто огонь. Ну да такое, ладно. Рыбачим дальше. Загнуло, загнуло, друзья, клёв пошел. Клёв пошел, клёв пошел. Карасячий. Пока там мотыля поменял, тут опа. Смотрите. Видите, соседняя луночка. Тот, что говорил, что загнул. Он все-таки вот начал бомбить. Так, ладно. Так, на. Пока клев надо. Да ё-моё. Надо спешить. Так, иди к своему другу. Что тут? Ну, то же самое. Меняем и ждем. Как нагибает, как нагибает. Друг мой Карасевич. Опа-опа-опа-опа. Это мне нравится, это нормальная тема. Тихо-тихо, я хоть бы леску не порвал. О, смотрите, о, все крупнее и крупнее. Красавец, просто красавец. Блин, ну заглотил же, ё-моё. Так, это сказать, наверное, вечерний клёв начинается. Так, а заглотил по самой не хочу. Да, дай же. Опа. Ну, друзья, какой красавчик. Нормально. Так, иди к своим друзьям. Видите, потихонечку ловим карасика, таскать на сковородку. Ладно, рыбачим дальше. Опа, опа, опа. Так, у нас вот обстановочка такая. Все движение там. Вот интересно. Там тоже так льет, как здесь? Или лучше? Как вы, друзья, думаете? Людей там, конечно, очень много. Но я так смотрю, что-то все ходят, тоже ищут. Ого. Что-то потихоньку все что-то двигаются. Наверное, вся рыба там. Ну ничего, у нас и здесь неплохо кормят. Понаблюдаем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Друзья, что творится? Что творится, что творится? Видели? Чудочку не украл. Тун. О, так это карпушек. Нифига себе. Гляньте. Карпик маленький. Ё-моё. Блин, заглотил. О, оцепился. Гляньте, еще карпца поймал зимой. Офигеть. Маленького. Гляньте, какой красавец. Карпия. Так, карпик отпустим. Тун. Давай, расти, мы тебя летом поймаем. Ну, я думаю, что не этим, еще маловат будет. А так, через пару-тройку годиков будет хороший экземпляр. На Днепре можно будет подубасить. Это, наверное, того, что запускали осенью. Так, да, ну карпиков, друзья, брать не надо. Таких мелких. Надо выпускать, пускай растут. Так, есть. Солнце село потихоньку, грей, садится. Вечер, но людей еще хватает. Люди потихоньку расходятся. Солнышко садится, друзья. Мы с вами тоже сейчас будем уже крутить педали, так сказать, домой. Тем более рыбалочка же удалась, вы же видели, сегодня просто бомба. Белые половили, карасики. Кстати, карпика поймали. Хоть небольшого, но сам факт. Короче, смотрите, вот это... Там не все снимал, ну, короче. Вот это у нас вечерний, так сказать, клев такой. Сколько это у нас? 4, 6, 8, 9 карасиков. Вот эти самые большие такие. Вообще красавцы, гляньте. Ну, в принципе, они почти одинаковые, короче. Так что, я думаю, рыбалочка удалась.
Вот утром только что плотвал там пальчиковый, конечно, это такое дело. Конечно, на него как попадешь, это труба, надо текать. И, кстати, эти схема моя сработала. Не зря я туда ушел. Ну, короче, удочки пока еще стоят. Сейчас буду потихоньку собираться. Может, какого-то карася еще закупание. Ну, то такое. Главное, что процесс, друзья. Все, спасибо за просмотр. С вами был Руслан, канал Крутая Рыбалка. И до новых встреч. Всем пока.